Блогеры и фотографы назвали самые позитивные города Московской области. На первом месте оказалась Коломна, а на втором – Звенигород. Составители рейтинга отметили атмосферность старинного города. Множество храмов, уютные улочки, левитановские пейзажи и швейцарский колорит заставляют путешественников возвращаться в Звенигород снова и снова. Третье место в рейтинге самых позитивных городов Подмосковья занял Сергиев Посад.